Наконец-то долгожданное новогоднее обновление. Спасибо большое за предоставленный материал Тиме Джамперу. Он меня сильно выручил, так как я уехал на отдых, и доступа к скачиванию обновления нет. За что ему огромное спасибо. Ссылочка на его канал будет в описании. Хотелось бы поблагодарить вас, дорогие зрители, что в течение года наблюдали за моим творчеством, болели за меня на турнирах и просто поддерживали. Увы, в этом новом году не удалось добить 400 тысяч сабов. Давайте сделаем мне подарок и поднажмем. В следующем видосе вы увидите итоги на розыгрыше M9 Dragon Glass. Ну а на этот раз я хочу разыграть для вас 3 новогодних батл пасса или 800 рублей на выбор. Итоги будут в моей группе ВК. Все, что от вас требуется, это сделать репост данного видео из моей группы ВК и в комментариях под этим видосом оставить свой ID от Standoff 2 и поставить лайк на данное видео. Ну что, друзья, новое обновление, как всегда, нас встречает новогодним батл пасом. В этот раз разработчики решили порадовать нас новыми скинами на старые ножи, за что им огромное спасибо, ведь ножи реально красивые и новогодние скины очень поднимают настроение под Новый год. А новый режим охоты на подарки и дух Рождества — это как будто отдельная игра. Ну что ж, немного геймплея. Ну а перед началом не стоит забывать, что если вам не хватает денежек на Battle Pass и хочется новые новогодние ножи, то спонсор данного видеоролика вам в этом поможет. OneX — это самый надежный сервис. Там большие выигрыши и быстрые выводы. А по промокоду SKILL вы получаете 6500 рублей на свой баланс. Все подробности в закрепленном комментарии. Два новогодних режима очень классные. А вот что они из себя представляют, я вам сейчас поведаю. В каждом из режимов вы выбираете сторону, за которую вы будете играть. Гринч или помощник Санты. Задача помощника — поднимать подарки, соворованные Гринчем. А Гринч ворует подарки. Какая команда подберет в сумме больше подарков, та и победит. Второй режим — дух Рождества. Знакомый многим — захват зоны. Чтобы победить в этом режиме, нужно удержать зону и набрать в общей сумме быстрее противника 100 очков. Естественно, разработчики не смогли нас оставить без новогоднего оформления меню. За что им огромное спасибо, вот такое обновление вышло. Всех с праздником, господа. Не забывайте участвовать в конкурсе на новогодний Battle Pass. Все подробности в описании. Спасибо большое Джамперу за предоставленный материал. Ссылочки на его канал тоже будут в описании.